что? Здравствуйте. Это город Бендеры, мой район, Кишиневская. Сегодня 3 июля 2016 года, 16 часов 41 минута. Вот если в ту сторону ехать, это дорога на Кишинев. Ну что, пойдемте. Так. Ой. Я думаю, так мы с вами прогуляемся чуть-чуть по нашему району. Вон там долгострой. Кто-то долго строит и не может никак продать то, что построил. Вот опять 9-этажные дома. Это у нас 35-й дом. Тут как бы ничего особого. А тут прям зелень какая-то. Даже я не знаю чего. Так. Ну кто у нас тут жил? Так. Ну, естественно, и кто живет. Там у нас 28-й магазин. Если помните, пацаны. Так. Купим конфеты, пойдешь до бабы. О, как говорят, о, вот наши дворы и наши дома. Вот коты у нас спят тут. Там детская площадка. Вот. А это чтоб кобры выбивать, если кто не знает. Вот это вот. Здравствуй, котик. Все-таки жара не только на людей действует, но и, наверное, больше все-таки страдают животные. Так. Вот. Сколько там? 4 подъезда. 144 квартиры. Вот первый подъезд. Второй. За ним третий. Ну и четвертый. Так, ну что, пойдемте тогда немножечко наверх. Так. Вот тут тоже дом. Они как бы у нас тут в круг, такое кольцо. Это так брать. Так, вот местные футболисты. Так, вот они. Так. А я это вот сейчас вот на эту вот скамеечку. О, ой, опа.
Так, а там у нас Одесская, если кто. А помнит, 4-й и 2-й дом. Ой. Тяжеловато тут, конечно, сидеть на таких. Ну, что ли. Седлушках. Ну, давайте посмотрим, как он будет забивать. О, не забил. Ну что, пойдемте дальше. Вот детский садик, там такой же, и как-то эти много в городе. А, вот, не забил. Томаты на картошку дал. Так, это первый дом. Ну что, так, пойду я. Наверное, вдоль этого дома. А то я когда-то шел, было, помню. Достаточно тепло было. Так. Что, пойдемте? Так. Какие вот у нас тут стандартные пятиэтажки. Так. Ну, кто мой голос узнает, я прошу не обижаться. Я очень скромненько себя веду. Так. Ну, тут как бы постройки все домов эти 80-х годов. Так вот мы тут скромненько живем. Вот, между прочим, тут тоже есть где-то виноград. Тут везде был виноград по этому дому, всему. Да и вообще было так принято, что он доходил до, помню, до 3-го, 4-го этажа всегда. Да, вот какие-то молодые деревья. О, как хвоя красивая. А вот, кстати, виноград. Тот, о котором я вам говорил. Ну, белье как и сушили, так и сушат по сегодняшний день. Так что... Вот так вот. Вот он, этот дом. Это пятиэтажка. Одесская дом. 8. Ну что, думаю, пойдемте дальше.